На экономическом факультете СПбГУ прошла встреча с профессором экономики Гарри Ву. Он познакомил студентов с теоретическими вопросами экономики Китая, методологическим аппаратом, проблемами получения эмпирических оценок и результатами проведенного исследования, а также поведал об уникальности созданных им баз данных. Уникальность базы данных заключается в том, что в ней есть индустриальные отчеты в разных сферах промышленности, которые логически связаны между собой и создают систему не только в промышленных сферах. Все индустрии должны иметь единую сеть, которая будет логически связана с другими сферами для принесения пользы в национальную систему. Гарри Ву также оказывает содействие в области исследований роста и производительности азиатской экономики. Является председателем ассоциированной структуры Всемирной инициативы Гарвардского университета. Анастасия Матрос, Денис Сосин, медиацентр СПбГУ.